Здравствуйте, дорогие садоводы-огородники! С вами Наталья на своем канале «Сад и огород. Круглый год». И хочу я вам показать сегодня огурцы. Но это огурцы не мои, а моей подруги. Я сегодня тоже в гостях у своей подруги. Огурцы у меня, я сею небольшой огород, и поэтому достаточно места мы не поднимаем огурцы. Они у нас по земле стелятся. У них маленький очень участочек возле дома, поэтому все растет очень компактно. И вот такие вот огурчики. Смотрите, небольшая площадь, ну, здесь метра полтора на 5, наверное, да? И огромное количество посеяно огурцов. Вот вы гляньте, как они придумали, как они хорошо сделали, чтобы на небольшой площади можно было разместить вот такое вот количество огурцов. Ну, во-первых, решеточки. Видите, из арматуры сделаны решеточки. Потом натянута вот такая вот специальная сетка, которую люди берут для того, чтобы вились как огурцы. Кто-то берет дыни, арбузы, какие-то другие, горошек зеленый. То есть вот такая вот сетка для того, чтобы вились вьющиеся наши растения. В данном случае это огурцы, лианы. Небольшой промежуток, сантиметров 50 между этими рядами. Но этого достаточно, потому что, в общем-то, огурцы солнцепек не любят. Поэтому вот такие вот они у них, зелененькие, красивые. Ну, а теперь заглянем. Заглянем, посмотрим на кустики. Видите, они формируют огурцы в один стебель. Ну, расстояние огурцов сантиметров 30, да, между кустами. И сформирован куст в один стебель. Видите, пасынки убрали. Вот я увидела, помогу им. Вот еще пасыночек убрали. Ну и какой же это сорт? Это сорт Феникс. Это из старых сортов, в общем-то. Но огурчик хороший, обыкновенной формы. Обратите внимание, вот такой вот классический. Я вам говорила, мне нравятся классические сорта, а не корнишоны. Что и на стол положить можно, и баночку закатать. И вы видите, сколько много у них цветочков, то есть хорошее плодоношение. Ну, обрабатывать. На сегодняшний день обрабатывали чем-то? Нет? Нет. Ничем не обрабатывали. То есть вот эти огурцы экологически чистые. Они ничем не обработанные. Ну, в общем, то, что и надо делать. То, что для чего мы сами себе садим, для того, чтобы получить хорошую, необработанную химией продукцию. Огурчик Феникс Плюс, это усовершенствованный, есть просто Феникс, это Феникс Плюс, действительно хорошие огурчики. А если о них вот так вот позаботиться, так красиво их оформить, посадить, то дадут вам хороший урожай. Ну что ж, с вами была Наталья, не на своем огороде, а на огороде своей подруги. Я желаю вам всего хорошего, хорошего урожая. Всем пока!